очень часто спрашивает, чего же ты хочешь? Детей вроде бы уже выросло, они как бы уже на своем крыле. Ты тоже выпустила сборники, как поэт состоялся. Что тебе еще? Чего ты вот бегаешь? Вот зачем ты ранеловишь там что-то? Это буквально мне задали вот перед концертом такой вопрос. Я обычно отшучиваюсь, но сегодня я решила ответить на этот вопрос своим стихотворением, с вашего позволения. Чего хочу? Чего хочу я для души? Тепла. Чего хочу для сердца я? Того же. Чтобы любовь вокруг меня цвела, и чтоб любили те, кто всех дороже. Еще хочу я светлого ума, жить в дружбе со своей головою, чтоб истину смогла понять сама, чтоб никогда не маялась тоскою. Чего хочу я для души? Любви. Чтоб отзывалась каждым взглядом, словом, энергии, здоровья. Чтоб в крови горел огонь добра и было создано. Хочу, чтоб вдохновение мое взрастало с каждым днем и наполняло всю душу, сердце, легкое крыло великой музы, чтоб всегда ласкало. Чтоб радуга растала в каждом дне и в каждой строчке зайчиком сверкала зеркальным отражением при луне, по ней с любовью строчки написала. Хочу, прошу, чтоб дети расцвели, чтоб все земные блага к ним явились, по жизни настоящие несли, чтоб постигать вершины научились. Еще хочу моей стране добра, чтоб благодатью мира озарилась, чтоб радостью сердец она жила, улыбками сердечными светилась, достатки в каждом доме и семье, вся в творчестве великих созиданий, чтоб не было вражды в самом крылье, дай Бог решений мудрых ей знаний, чего хочу. Мысль есть на то своя, я многое смогу, хоть постараюсь, и для меня весь мир моя семья. В любви я миру целым признаюсь, я жизнь свою душою всей люблю. Люблю народ простой, он интересен, я песни русские народные пою. Прошу для Родины счастливый путь и песен. Подарить его вам, если получится.